Огнетушитель из бумаги, бумажная пожарная машина и целый комплекс на тему профилактики пожаров. Творческие работы воспитанники детского садика «Звездочка» готовили дома с мамами и папами. А в детском саду репетировали сказку, учили стихотворение, примеряли роли. Однажды на полянке, на солнечной лужайке, собрали звери дружно весну красную встречать. Лесные жители для забавы развели костер. От ветра пламя разгорелось, и от дерева к дереву лес заполыхал. Бригада пожарных спасла лес и всех его жителей. Спасатели провели урок, объяснили детям правила пожарной безопасности. Играть со спичками запрещено, разводить костры в лесу тоже. И кого звать на помощь, если начался пожар. Занятие прошло максимально эффективно. Дошколята узнали правила поведения и какие последствия бывают от беспечного обращения со спичками и огнем.